20 июня состоялся финал конкурса профессионального мастерства среди специалистов по работе с молодежью. 11 финалистам предстояло пройти 3 испытания – показать деловую самопрезентацию, ответить на вопросы о профессии в рамках пресс-конференции и выполнить практические задания. Помимо конкурсной части, финалистов ждала и образовательная программа, семинар по проектной деятельности и нетворкинг. По итогам конкурса министр по делам молодежи Дмитрий Грикорьянц вручил заслуженные награды победителям. Лучшим специалистом стала Сауле Сергазина из Исилькульского района. Среди центров по работе с детьми и молодежью главный приз присудили учреждению Омского района. Это большая поддержка со стороны министерства, что видят, знают о нас, да, слышат, всегда поддерживают, всегда стараются. Они отзывчивые очень, и мы стараемся к ним всей душой отозваться и всегда на всех мероприятиях как бы стараемся пригласить. Сегодня получилось больше, для меня это был больше не конкурс, а я вот первый раз на самом деле встретилась с коллегами из других районов. И для меня было важно посмотреть на них, не то чтобы даже оценить их, да, сколько познакомиться и услышать, и понять, что там, что происходит в других районах. Вот. Вот это я такую задачу выполнила. А это как такой приятный бонус. Прогресс молодежного движения по всем направлениям, многогранным направлениям и проявлениям, которые есть, он присущ. И в нашем регионе это яркое тому подтверждение, 12 место по рейтингу всероссийскому и 2 место среди регионов нашего Сибирского федерального округа по огромному количеству критериев, которые определяет Росмолодежь для составления этого рейтинга. Это говорит о том, что люди, которые заняты у нас в сфере государственной молодежной политики, это профессионалы, которые ответственно и качественно делают свою работу.